Ему голова, там школы звонарей, там храмы, там колокола. Ну и давайте буду вам представлять москвичей. И начну я с нашего корифея московского. Старший звонарь Сретенского монастыря, руководитель школы колокольного искусства в городе Москве Николай Иванович Завьялов. Николай Иванович Завьялов преподает также в Ярославской школе колокольного искусства, ведет там предмет чинопоследования, устав колокольного звона. Это человек, который знает про колокола практически все. Итак, Николай Иванович, пожалуйста, продемонстрируйте нам ваш звон. Спасибо.